Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и вот и настал момент, когда вам предстоит сделать выбор. Но обо всем по порядку. Я хотел бы сказать спасибо подписчикам, которые все на канале прибавляются. Спасибо за то, что выбираете канал. У вас уже больше 180, уже недалеко и 200 будет. Конечно, да, по статистике я вижу, что немножко просмотры уменьшились. Видно, связано с выбором, может, игр. Не всем нравятся крестоносцы. И так само по статистике я вижу, что в лидерах висит Европа. Ну и что, скоро будет после крестоносцев опять Европа и будет за индейцев. А теперь о главном. Получается, сейчас на ваш выбор будет предоставлено 3 игры. И четвертый вариант ваш. Первое — это космические федерации, космическая федерация 2, или еще она называется Galactic Civilization. Интересная космическая стратегия. Я, получается, по ней толком прохождений почти не нашел, чтобы нормально обучиться. Хотя смог откопать одно, стрим снимал, ну, пацанчик где-то лет от 14, наверное, может, до 16, где-то так. Но снимал очень толково. И довольно-таки много я оттуда почерпнул. И постараюсь реализовать, если вы выберете данную игру. Вообще мало стратегий на космическую тему выпускают. Да и каких-то экшенов или РПГ. Так больше, так пострелять там на Земле. Почему-то разработчики игр не рвутся в космос особенно. Так, следующая игра. Это... Сейчас, секундочку. Это будет Monochroma. Которая... В принципе, это как бы продолжение Лимба. Но не совсем. По сюжету она не связана. Но по стилистике очень похоже. Я бы очень бы хотел, чтобы выбрали Monochroma, но и космическая федерация тоже неплоха. Так что даже не знаю, что лучше. Потом третий мой вариант — это Enveseran. Ну, думаю, тут уже особо представлять ее не имеет смысла. Кто не знаком с серией NFS. Ну, только новорожденный, который еще, наверное, не садился за компьютер. И бабушки, и дедушки. А так, об этой серии каждый слышал, каждый практически играл в нее. И... четвертый вариант. Ваш. А теперь, как вы будете выбирать? В комментариях я напишу название каждой, название трех игр, которые я перечислил. И вы просто ставьте лайки под этими названиями. Ну,
А свой вариант вы пишете отдельно. Потом, как будет подсчитываться голоса за игры? Именно за ваш вариант. Какой-то из вариантов, предложенный подписчиками, или будет наберет самый больше лайков, да? Тот вариант принимается как за основной. Но все лайки за другие варианты, они суммируются вместе с этим. Чтобы не было разброса, получается. По сравнению с первыми тремя вариантами, которые я предложил. В итоге, за какой-то из трех вариантов вы можете предложенных мной проголосовать отдельно. И проголосовать за любой вариант, предложенный уже другими зрителями, свой. Но все это будет собрано в кучу. Все голоса. И так получается, не будет этого разброса. И будет больше вероятность, что ваш вариант проскочит, как бы, ну, победит. Вот так вот. Надеюсь, понятно объяснил. И не пишите в комментариях варианты, которые я предложил. Просто ставьте лайки. Не забывайте про это. Я, конечно, буду так, ну, нормально относиться к таким проскокам. Ну, чтобы не сбивать остальных, просто поставили лайк под моим комментарием именно. Ну, там комментарий будет просто название игры. Поставили лайк. И все. Так что по количеству лайков будем определять победителя. Вот так вот. И голосование будет длиться приблизительно, я думаю, дам неделю на голосование с момента выхода данного видео. А там уже, извиняйте, не успели, так не успели. Ну и вроде бы все. Это видео уже выйдет после окончания FIFA. FIFA, как я и говорил, больше уже не будет на канале. Тут-то 15-й и дальше. Так что вот так вот. Тем, кто смотрел зачет. Тем, кто не смотрел, не вот данный подкаст. Так что дерзайте.